В течение нескольких дней в Астане ощущалась нехватка бензина. На многих АЗС не продавался бензин марок АИ-92 и АИ-95. Это топливо выдавалось строго по талонам. О причинах дефицита в материале нашего корреспондента Талгата Амангельдина. Бензин то есть, то его нет. Несколько дней подряд столичные автовладельцы не могли заправить свои машины одной из самых ходовых марок. Но уже сегодня, со второй половины дня, АИ-92 стали продавать без ограничений. 95-й до сих пор по талонам. В течение 3-4 дней 92-го не было. Только по талонам отпускался. Но сегодня хоть 92-й появился. Надеюсь, что такое больше не повторится. Но если быть честным, в это верится с трудом. По словам специалистов, причиной возникших трудностей послужило отсутствие топлива на нефтяной базе. Как заверил представитель компании «Казмунайгаз» Унингеры, повторных ограничений не будет, так как поставки 92-го бензина будут постоянными. Нерешенной осталась проблема относительно бензина марки АИ-95. Ограничение по АИ-95 остается пока, так как связано с поставкой нефтепродукта на данный момент по АИ-95. Вагоны в пути идут, так как продукт с России не можем спрогнозировать конкретную дату поставки. Несмотря на снятие ограничений, автовладельцы все же сталкиваются с трудностями. Они сомневаются в том, что подобная ситуация не повторится. Только что заглох, потому что бензина вот не было на некоторых заправках. Потом заглох, приехал сюда на такси, заправил в баклажку, приехал. И в машину заправил, обратно приехал, вот только что заправил теперь. По мнению специалистов, для удовлетворения повышенного спроса в сентябре в Казахстан необходимо импортировать около 176 тысяч тонн нефтепродуктов. На сегодняшний день завершены предварительные переговоры с рядом российских компаний. Прорабатывается возможность дополнительного ввоза в течение этого месяца 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 и 35 тысяч тонн дизельного топлива. Талгат Амангельдин, Даурен Журхабаев, Астана.